Добрый день! Меня зовут Николай, я работаю в компании Torx. Сегодня мы сделаем для вас обзор одной из самых технологичных квартирных дверей бренда Torx. Эта дверь не терпит компромиссов. С такой дверью вам не придется выбирать между красивым внешним видом, безопасностью и комфортом, потому что в ней все это представлено сполна, причем на самом высоком уровне. Это модель Ultimatum Next. Наш обзор будет кратким, при этом мы уделим внимание всем основным аспектам, которые важны сегодня при выборе двери. А начать предлагаю с внешнего вида. В модели Ultimatum Next не просто много рисунков. Здесь представлено целых 6 коллекций в различных стилях на любой вкус. Две коллекции представлены в неоклассическом стиле. Это актуальное прочтение традиционных дизайнерских решений. Неоклассика гармонично вписывается в разные по стилю интерьеры. Еще две коллекции выполнены в урбанистическом стиле. Лаконичные линии рисунков подчеркивают динамичность и настроение большого города. Такая дверь подходит к современным стилям в дизайне, например, хай-тек, лофт, эклектика. Следующая коллекция – Emotion. В ней есть две особенности. Во-первых, в каждом из дизайнов коллекции можно комбинировать разные цветовые решения. Во-вторых, это особое покрытие, которое передает фактуру натуральных материалов – дерева, кожи, камня. Еще одна коллекция – варианты дизайнов с зеркалом. Это универсальное решение, которое позволяет визуально расширить пространство и добавить цвета в прихожую. Зеркало, кстати, представлено в 2 размерах. Все представленные дизайны разработаны с учетом современных трендов в межкомнатных дверях. Декоративно-защитные панели в моделях Ultimatum Next в большинстве случаев представлены 10-мм панелями МДФ. Это касается и наружной стороны, и внутренней. Они обработаны ПВХ-покрытием. ПВХ-покрытие – это такой материал, который имеет высокую влагостойкость и устойчивость к царапинам. Именно поэтому такая дверь будет всегда выглядеть как новая. Что касается металлических элементов двери, они окрашены порошково-полимерным покрытием. Именно порошково-полимерное покрытие является самым практичным и устойчивым материалом, который сегодня используется в дверном производстве. Благодаря этому такая дверь всегда сохранит свой первоначальный внешний вид. И кстати, порошково-полимерное покрытие бывает разных цветов, то есть можно выбрать именно то решение, которое будет гармонично сочетаться с общим дизайном двери. Теперь перейдем к защитным свойствам двери. И в первую очередь это замковая система. Двери Ultimatum Next комплектуются двухсистемным замком отечественного производства. Замок имеет 4-й класс взломостойкости, и это самый высокий класс, который встречается сегодня во входных дверях. Он состоит из цилиндрового механизма повышенной секретности и сувальдного механизма. И вот особенность этого сувальдного механизма заключается в том, что он имеет возможность перекодировки. Зачастую двери ставятся в квартиру, когда там идет ремонт, и нужно кому-то давать эти ключи. Так в итоге, когда ремонт закончен, вы можете легко и быстро перекодировать этот замок и быть уверенным в том, что никто посторонний доступа к вашим ключам не имел. И это все работает на повышение безопасности. Кроме того, дверь может быть укомплектована девиаторами. Это дополнительные точки запирания, которые размещаются в нижней и верхней части полотна, тем самым позволяя более надежно зафиксировать дверное полотно в коробке. Это также дополнительная уверенность и защита. Альтернативным вариантом данному замку, который представлен здесь, является замок итальянского производства Multilock Omega. Он тоже двухсистемный, но имеет уже 7-й класс, исходя из европейской классификации. Он состоит из цилиндрового механизма и роторного механизма. Вот основная особенность именно в роторном механизме, потому что роторные замки на сегодняшний день самые практичные, самые взломостойкие и самые удобные замки, которые можно встретить во входных дверях. Поэтому с дверью Ultimatum Next вы будете в полной безопасности. И да, этот замок также можно перекодировать. Теперь давайте рассмотрим конструкцию двери. Основу дверного полотна составляет стальной лист толщиной 1,8 мм. Дополнительно полотно укомплектовано интегрированной рамой жесткости, которая состоит из вертикальных и горизонтальных ребер. И стальной лист толщиной 0,5 мм, который дополнительно располагается под внутренней панелью. Такая комбинация обеспечивает необходимую прочность, жесткость и взломостойкость конструкции. Дверная коробка
выполнена из цельногнутого профиля толщиной 1,5 мм и объединена с наличником. Такая конструкция имеет минимальное количество сварных соединений, именно поэтому она более устойчива к деформации и более надежно сохраняет свою геометрию. Благодаря этому дверь можно будет открывать и закрывать легко на протяжении всего срока эксплуатации. Перейдем к теплозвукоизоляции двери. Толщина полотна составляет 85 мм. И заполнение полотна многослойное. Это изолон, минеральная плита высокой плотности и фольгированный пенофол. Такая комбинация позволяет эффективно сохранять тепло в квартире и не пропускать посторонние звуки в квартиру. Замковая зона дополнительно проклеивается материалом СТПГБ. Этот материал снижает вибрационные шумы при работе замков. Панели МДФ с обеих сторон двери обеспечивают не только эстетичный внешний вид, но и также являются дополнительными слоями звукоизоляции. Герметичность обеспечена тремя контурами уплотнителей. Это резиновый уплотнитель, уплотнитель магнитный и уплотнитель кюлон. За счет этого дверь очень плотно прилегает к коробке, защищая квартиру от продуваний и сквозняков. Накладки на замки также обеспечены подпружиненными шторками, что тоже способствует повышению герметичности. Коробка двери утеплена минеральной плитой. Совокупность перечисленных материалов и применяемые технологии при производстве двери Ultimatum Next позволяют добиться таких показателей по звукоизоляции, которые превышают 38 дБ, то есть это выше, чем самые высокие требования по ГОСТу. Именно поэтому с дверью Ultimatum Next в квартире всегда будет тихо, тепло и комфортно. Мы находимся в лаборатории Torex, чтобы показать вам еще одну важную вещь про двери Ultimatum Next. Наряду с представленными выше преимуществами, есть у модели Ultimatum Next еще одна уникальная отличительная особенность. Это возможность быстрой и легкой замены панелей, как с наружной, так и с внутренней стороны. Для этого даже не придется снимать дверь с петель. А можно вообще заказать дверь изначально без панелей. В таком случае она будет выглядеть следующим образом. Снаружи стальной лист, окрашенный порошково-полимерным покрытием, и вставка из МДФ в замковой зоне. С внутренней стороны стальной лист, оклеенный фольгированным пенофолом, и вставка из МДФ в замковой зоне. Зачем все это нужно? Ситуация первая. Зачастую входная дверь устанавливается в квартиру на самых начальных этапах ремонта, когда еще не совсем понятно, какой же будет интерьер в квартире. В таком случае можно заказать модель Ultimatum Next без панелей, а когда уже ремонт будет подходить к концу, когда будет понятна общая концепция, заказать именно те панели в таком дизайне, которые гармонично туда впишутся. Вторая ситуация тоже связана с ремонтом. Допустим, вы хотите установить новую дверь, при этом предполагаете, что во время ремонта панели могут быть повреждены. Что в этом случае делать? Заказать дверь без панелей, а потом, когда ремонтные работы подойдут к концу, заказать панели и установить их на свое место. И третья ситуация. Вы решили сделать ремонт в квартире. Существующая дверь уже не подходит под ту новую концепцию, которую вы выбрали. Что делать в этом случае? Кто-то меняет дверь. Но если у вас Ultimatum Next, вам достаточно просто заменить панели. И дверь снова будет гармонично вписываться в ваш интерьер. Замена панелей происходит очень легко и быстро, вы даже самостоятельно можете это сделать. Однако лучше все-таки довериться профессионалам. Как происходит замена панелей, смотрите дальше. Итак, мы подробно рассмотрели с вами модель Ultimatum Next. В этой модели собраны все самые лучшие конструкторские, технологические и дизайнерские решения серии Ultimatum. Именно поэтому такая модель очень востребована сегодня у покупателей. А опция «Сменная панель» позволяет по вашему желанию обновлять внешний вид своей двери. Переходите по ссылке под видео и выбирайте свою дверь Ultimatum Next.